Так, ну чё, давай попробуем еще раз к этому мерчанту. А, так я один могу. О, отлично. А нет, я не один. Ну, могу с ним один подраться. Кстати, это он или она? Ну ладно. Я смотрю, лучник здесь топовый класс, что ли? Но он самый интересный. Отлично. Ну, тут вкусного-то я вряд ли что-нибудь получу. Пару поясов. Ну, а вот это интересней. Basic parting shot. Skill level +1. Ну,
Давай-ка лучше Critical Hit выберу, здесь это немножко будет поэффективнее. Так, ну... Ожидал, конечно, я немного получше, хотя и так нормально. О, кстати говоря, надо ж засальважить. Ну да. Блин, ну по поводу этого надо думать. Тут надо подумать. А какая одежоночка у нас будет лучше? Начнем с этого. Ну, Кереси Critical Hit Damage. Ну да, тут вообще-то бы по скиллам смотреть. Increased Attack Power плюс 16. Давай Critical Hit. Мне больше нравится такой Blaze. Ну, кстати говоря, пока мы уничтожим остальные. Хотя не будем их трогать, может они пригодятся. Кстати говоря. Чем-то интересно. Ладно, погнали. Не, ничего, так слушай, сейчас до 12 левела дадим, главное он той пещерке новой побыть, попытаться там отдалеть Басюкевича, и, блин, можно уже будет кто-то из себя пытаться изобразить. Так, и вообще, мне вот сюда. Даем задание, даю все. Так, стоп. You there? Have a moment. Да есть момент у меня. Что вы не делали в руинах, это сработало, призрак начинает исчезать с наших полей. Благодаря вам и этому профессору мы с ребятами сможем начать сбор урожая в любой день. Но скажи мне, ты, кажется, разбираешься в волшебных вещах, как долго будут продолжать эти ужасные кошмары? Вот ты, блин, нашел меня, что спросить? Каждую ночь я вижу мертвецов, молящихся перед сияющим алтарем из черепов, взывающих об отдыхе. Я убежден, что духи... Короче, понятно. Не очень-то это... Интересненько. Так, мне зелень надо прикупить, кстати, о птичках. Хотя давай лучше понаделаю их. Погоди, здесь навык алхимия отдельно, что ли, качается? Я вот только что это заметил. Вот это очень интересно.
Давай хотя бы алхимию до левого 5, как раз этих зверей сделаем. Некоторые вещи я даже поименно не понимаю, что означает. Ну ладно. Так. Чего ты от меня хочешь? Сейчас, блин, ты сейчас зависишь прям. Чего ты хотит, а чего не скажешь, да? Так. Бесит меня тут дядька. Я с ним даже ничего сделать не могу. Но мне надо вот эту вот всю хренотень запендюрить. Так что мы просто будем направляться тогда, пожалуй... Сёрч, Кастер, Магнус, Скелетон, Алтарь. Кастер, Магнус, Скелетон, Алтарь. Вообще понять ничего не могу, что они там хотят. Так, с картой здесь... Кстати, давай я карту поставлю, чтобы она была поудобнее. А то мне каждый раз там щелкать, промахиваюсь. Пальцы не достают. Геймплей? Нет. Контроллер, киборд. Так. О, будет попроще. Всегда было интересно, как люди там. Да, а я достаю. Какие пальцы длинные, блин, это ж капец. Ого. Привет. Я все понимаю, но не совсем. Я все фрагменты собрал или как? Нет, не все. Come on.
Так, в принципе, набрать здесь золото — это не проблема большая. Меня интересует другое. Раз его убить, что ли? Так, репит фрагмента 8-9, это я вижу. Все, это задание мы выполнили, больше оно не сияет. Это ладно. Хорош меня бить. Я вроде бы хороший. Не, вообще-то не очень странно, чего не с руками? Очень интересно. А вы кто такие? Подозрительные. Я наблюдал, что вы получили видение. Да? А, нет. Многие мечтали о проклятом алтаре, но лишь немногие осмелились воздействовать на него. Я верю, что это был божественный квест Илиаса, чтобы похоронить мертвых. Тогда ты вдвойне достоин того, что пришел сюда, чтобы помочь другому. Есть много мест, подобных этому, где боги ставят перед нами задачи, они ведут нас к этим крестовым походам через видение, ну да, и сожжение невинных людей. Остальные поклонялись. Некоторые крестовые походы можно пройти в одиночку, другие слишком опасны, чтобы относиться к ним легкомысленно. В таких случаях многие должны работать вместе. Я понял тебя, но вот это вот мне сейчас не понравилось. Это мне что, следующее задание? А, это пока меня поздравил просто. Все, понял. Я такой, о, молодец, чувак. Ну, спасибо. Ой, я бы сказал такой, о, молодец. Иди-ка ты далее, да? Так, это что у нас такое? Это алтарь. Вообще не пойми что. Пятьсот. Много там квестов. Слово совсем ненужных — ноль. Я могу, в принципе, туда долбануться, а потом обратно уже телепортнуться. Так что пофиг то. Не проблема. Пока нет 12 уровня у меня, мне тут париться нечем. Но хотелось бы его заиметь. Так, разговор с рассказчиком заставил меня понять, что я мало что знаю. С тех пор, как я закончил университет Орда, играл музыку дома, я думал, что играть музыку. Меня он раздражает. Играет, разговаривает. Мало знаю об авантюристах и историях из каждой области, таких как рассказчик, я знаю только рассказы, в книгах и стихи и знаменитых лицеях. Вот почему я решил путешествовать, создавать новые песни о многих областях. Мне всегда была эта пустота в моем сердце. Я думаю, что приключение может решить эту проблему. Верно, я беспокоился о том, что в моей сумке не хватит места, пока я собираю вещи. Но этот парень откуда-то принес мне сундук с сокровищами. Yeah.
очень мне так. Ну, меня, если честно, напрягает вот этот вот идиотизм, когда он стоит, играет и разговаривает. Не очень прикольно, по-моему. О, еще один воздыхатель там. Что там? Еще один порнуху пересмотрел. И как отойти не может. Жесткий у них порно. Так. Может реально туда сбегать? Почему-то жопой чувствую, что мне еще придется туда сбегать. Да блин. Пока идем вон туда. Вертаемся в город. Телепортироваться не хочу. Сорок первый левел, ты серьезно? Чувак, здорово. Хрена себе тут бегают дяденьки. Чё забыл-то? Чё-то мне интересует это посильнее как-то. Даже если брать, к примеру, Black Desert, то это там и того. Уровень-то не сильно так роляет. Ну, здесь уровень, это мягко сказать, роляет. Кого-то приплющило. Я тебе принес эти фрагменты. Так, ну он мне дает, короче, одни и те же задания, я понял. Даже не похожие. Ну, круговые задания, короче. Are you sure you've got everything you need? Так, вот это вот не поможет с репутацией, если я понял. Ваша репутация в фракции улучшается, если вы совершаете добрые дела в зоне влияния. Чем больше квестов вы выполните в регионе, тем больше вас оценит местная фракция. В конце концов, вы можете получить доступ к специальным предметам и наградам этой фракции. Я это и без тебя уже давно понял. Но вот только предметы, которые специальные мне нужны, немножечко тут расположены в одной же мира. По стоимости пипец. Да, будем, не знаю, стараться поднять этот, как у него, рейтинг, или что это вообще такое. Это раз. Во-вторых, куда я тут хотел забежать? Это раз. Еще один. А, ну правильно, мне по миссии надо. Что-то могли получше сделать, чем не пойми что. Я уже испугался. Думал, воевать сейчас придется.
Так, значит, наверху эта хренотень какая-то тут. Да нет, не наверху. Сундучок. Ну, я тут достаточно мир поисследовал, сундучков понаходил. Ну, не мешают в этот раз, на. Чё ты ржёшь? Усы на жопу натянул. Господи, пойму, ты посмотри, какой у него косой взгляд. Вообще хоть там кого-то видишь? Так, безликие нас вызвали... Зерновой кризис, выпустив кротов и нежить на фермы Казакара, хуже того, информация, которую вы и Марка нашли, предполагает, что диакилы и в Наварге. Трудно быть полностью уверенным в их намерениях, что... Но они явно не значили для Казаркуса ничего хорошего. Все же, благодаря Марку и Орфине, деятельность в регионе была сорвана. Ваши действия помогли очень многим людям в этом городе, и за его пределами моя глубочайшая благодарность. Ты мне что-нибудь подари, к примеру. Уровень. Понятно, так вот, почему вы так много помогали соседиться с Карксом. Тогда вы готовы последовать как секретного агента. Прекрасно, теперь мне еще секретным агентом становиться. Рад познакомиться с Джеймсом Бондихом. Путый. Отличный выбор, вы не пожалеете, присоединившись к нам. Я обещаю вам, с поддержкой дома Сорца вы будете в два раза эффективнее, чем раньше. Каким боком, я вот хотел бы узнать. Так, так ты работаешь на Диего, поздравляю, Сорс, могущественный дом в столице Спериус. Судя по тому, что я видел в ваших способностях, я уверен, что он найдет вам хорошее применение во время расследуемого вами действия. Кстати говоря, я сделал тебе подарок. Это какие-то блесс-фрагменты, это фрагмент благословения. Вы уже используете благословение, так что знаете, что это такое, верно? Думаю, тебе понадобится больше, чем мне. Так, я оставил подарок, который даете с графом Мадзини. Следует навестить его. Он ждет, чтобы отдать вам его, пока мы говорим. Возьми его и найди другие фрагменты, заверши благословение. А нахрена оно мне надо? Что вам предстоит узнать? Ну, судя... А, понятно. Но, уверяю вас, таких артефактов на местном рынке не найти. Вам следует поговорить с Мадзини. Как знаток всего редкостного и ценного, он может знать больше, чем я. Так. Ах, победоносный герой возвращается. Профессор Финн объяснил о фрагменте воспоминаний. У меня есть только один. Вот. Вам нужно будет найти другие, чтобы завершить благословение, разблокировать его силу. Такс. Хороший вопрос. После того, как Профина отдала мне на хранение первый фрагмент, мне тоже стало любопытно. Интересно, что мои исследования показывают, что они склонны тяготеть к эксклюзивным существам. Благородный... Правители, древние монстры, опытные авантюристы и искатели сокровищ, такие как вы, фрагменты воспоминаний редкие и сильные. Таким образом, они ценятся теми, кто о них знает. Я слышал слух, что один из них находится в руках порочного Энта. Да я этого Энта уже убивал. Мои агенты поговорили с парой авантюристов за пределами города, больше похоже на бандитов. Но кем бы они ни были, им удалось заполучить фрагмент воспоминаний. Таким образом, они утверждали, что могут... почувствовать, что у прочного Энта есть еще одна часть. Так. Их зовут Го. А, По и Камко. Я не знаю их предысторию, но они звучали внушительно. Мои люди говорят мне, что эта парочка грабила путешественника на дорогах к югу от города. Я бы сначала посмотрел туда, если бы они говорили правду, нам нужно победить их и Энта, чтобы завершить благословение. Я как бы побеждал уже. Или мне еще раз побеждать? Да не проблема. Это дух. Вот, возьмите первый фрагмент. Мне ничего не дало.
Итак, помните, недостаточно просто обладать всеми тремя фрагментами памяти. Вам нужно будет отправиться к алтарю Физера, чтобы соединить фрагменты и завершить благословение. Только тогда мы сможем получить доступ к его полной мощности. Ну, удачи тебе в твоем путешествии, да? Так, а вот теперь вопрос у меня другой. Мне надо вообще идти опять по новой пинать бедного этого? У меня такой вопрос жесткий. Что, опять энта пинать? Может, не надо? Бедный энт. Опять он попадет сейчас под мою горячую руку. Так, ну больше я тут задания не вижу. Так вот, Faction Reputation, вот эта вот хренотень, которая зияет у меня как черная дыра, непонятно где. Которую я даже не знаю, что можно поделать, в принципе. Ладно, пошли энта пинать там по всяким разным теплым местам. Ему, наверное, бедолаге скучно. Я его буду развеселивать. Все равно его надо будет убить, да? Ладно, народ, я, в принципе, на этом закончу. В следующей серии увидимся. Побегаем дальше по заданиям. И как раз я посмотрю, что это будет означать за вся хренотень. 50 минут. Не знаю, может, я подожду немного, посмотрим. Всем удачи, всем пока.